Viewer discretion is advised. Ну вот и закончилось холодное лето 2017 года. Ну, почти закончилось. И что-то мне подсказывает, что осень будет намного теплее, если не сказать жарче. Намного жарче. Этому виной презентация двух самых ожидаемых смартфонов года, о которых мы сейчас поговорим. iPhone 8 против Samsung Galaxy Note 8. Ведь в этот раз выбор будет действительно сложный, и надо очень хорошо подумать, куда отдать свои кредитные денежки. Я колоссально нравственно страдаю! Давайте начнем с того, что мы знаем про эти смартфоны сейчас, до презентации. Хотя Note 8 уже показали или вот-вот покажут, и он великолепен. Сливать инфу про спеки устройств – это отдельный жанр троллинга от SMM-щиков компаний-гигантов. Все делается так нечаянно и так иногда нелепо и неаккуратно, что даже уже смешно. Оставлять устройство в баре в 2017 году уже не камильфо, поэтому есть всякие ивликсы и тому подобные проверенные журналисты. И мы знаем, как выглядит устройство уже за полгода до показа их со сцены. Но нам-то важно другое, нам важно, что выбрать, сравнивая только одно – внешний вид и ощущения от так называемого хотения заполучить тот или иной гаджет по его презентационным данным. iPhone 8, ну или как его там назовут, будет примерно таким, и как по мне, очень даже ничего так выглядит. Дисплей теперь от края до края с прикольным надбородком сверху для динамики камеры и датчиков. Я более чем уверен, что в интернете будет куча народу, который будет высмеивать этот дизайнерский шаг. Ну, почти половину из них займут очередь за новенькими айфонами, и рост продаж будет опять побит. Снова. Что за хуйня ебаная? Что это такое? Да, блять, вы чё, ебанутые? Сканер отпечатка пальцев, скорее всего, не будет. Я в этом почти уверен, потому что в последних рендерах мы видим, что сзади его нет, а в дисплей его не встроят по причине сырости и неточности технологии. Зато будет какая-нибудь фишка по распознаванию лица. И, скорее всего, будет задействована передняя камера или какой-нибудь датчик, о котором мы узнаем во время презентации, как о чем-то инновационном и божественном. Как говорится, amazing, друзья. Дисплей у самой ожидаемой новинки, скорее всего, будет не IPS, а AMOLED. И подано это будет тоже как новая фича, ведь Apple всегда продает нам старую технологию под новым соусом. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но это хорошо. Новый iPhone должен будет выглядеть по-новому, потому что нельзя третий год продавать нам шестерку в новом цвете. Кто согласен, тот ставит лайк. Мощность устройств от купертиноцев не заставит никого сомневаться, что это номер один в Antutu, но со своими причудами. Note 8 – это белый лебедь компании Samsung в 2017 году. Его ждут все – и хейтеры, и фанаты компании. Ведь все хотят узнать и увидеть новый смартфон с палочкой, который не будет взрываться, как год назад. Нихуя! Я более чем уверен, после того, как смартфон поступит в продажу, YouTube заполонит видосиками со стресс-тестами батареи нового флагмана южнокорейцев. Ведь все захотят его взорвать и показать это всему миру. Смартфон в линейке Note от Samsung в этом году будет еще больше в экране при относительно компактном корпусе, вытянутом в стиле S8 и S8+. И это хорошо. Новые программные фишки и новые цвета в стеклянно-алюминиевом корпусе будут радовать фанатов линейки. Мощность и автономность будет на уровне, что хватило на все, и можно было бы смело говорить, что у вас один из самых мощных смартфонов в мире. Но при этом нам тысячу раз скажут, какие меры безопасности были достигнуты, чтобы не повторить своих ошибок с аккумулятором. Всем очень интересно, какие камеры будут установлены в эти смартфоны. Ответ очевиден – двойные. Для Apple это будет не в первый раз, и они опять нам скажут, что так только у них. И они переизобрели мобильную фотографию, сидя в белой комнате. Смешно, конечно, но так и будет. А со стороны Samsung это будет в первый раз, и это тоже будет бомба. В общем и целом, теперь надо выбирать. Я более чем уверен, что современный потребитель выбирает по внешнему виду и ряду фишек, которыми могут похвастаться тот или иной смартфон. Да, вот так устроен мир. Я считаю, что это все вкусовщина, как ни крути, но мне почему-то больше симпатизирует iPhone в этом году. Хотя надо смотреть презентацию, держать их обоих в руках. По каким критериям я сделал свой выбор, хер его знает. Наверное, чертов маркетинг. А что выбрали бы вы? Спасибо за просмотр этого видео. Обязательно поставь свою оценку, нажав лайк или дизлайк. Конечно же, оформите подписку на канал и не забывайте заглянуть в описание и на сайт gadgetmania.ru. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.